Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта и включает в себя большое количество дисциплин. Одна из них – прыжки с шестом. Одержать победу в этой дисциплине очень непросто, но житель нашего города смог в очередной раз покорить эту вершину. Подробнее расскажут мои коллеги. Не так давно вернулся из Сочи наш земляк Александр Грипич. Привез он оттуда золотую медаль, которую в честной и упорной борьбе выиграл в командном чемпионате России по легкой атлетике. На соревнованиях по прыжкам с шестом он стал лучшим среди 22 российских спортсменов. Своими эмоциями после победы Александр поделился с нашей съемочной группой. Радость, конечно же, от победы. Но я еще, если честно, надеялся попрыгать чуть. Ну, хотелось выше, предыдущую высоту прыгнул с запасом, и как бы можно было. Но не получилось. Но я все равно был очень рад своему результату и победе. Упорные тренировки, целеустремленность, огромное желание стать лучшим помогли спортсмену одержать победу. Много труда он приложил для достижения своих целей. Путь был длинный. Конкретно к этой победе, если брать именно сезон, то мы проделали огромный объем работы, начиная вот с зимнего сезона и по летней. 5 раз в неделю, 2 раза в день тренировки. Слава богу, все обошлось без травм. Ну вот, такой путь был. Александр Грипич не первый год прославляет наш район на спортивных соревнованиях самых разных уровней. В его копилке немало наград. Он победитель Всемирной летней универсиады 2009 в прыжках с шестом, серебряный призер летней универсиады 2011, многократный призер чемпионатов России и очередная медаль высшей пробы на всероссийских соревнованиях далеко не предел. Надежда Неткачева, Сергей Тимовский, программа «События».